Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 260. Мастеру нужно сделать открытый аквариум в форме куба вместимостью 1000 литров. Для этого он взял 5 квадратных листов стекла со стороной 1 метр. Получился ли у него аквариум заданной вместимости, если он сделает дно и боковые стенки из этих листов стекла? Итак, у мастера есть 5 квадратов со стороной 1 метр, но тогда с помощью этих квадратов он может сделать куб. Ну вот смотрите как. Вот один он взял лист. Теперь к нему пристыковал с этой стороны еще один лист. И сзади еще 2 листа пристыковал, так чтобы слева был и сзади. И теперь еще снизу. И у нас получается... Вот это видимые стенки, то есть это первая, ну, главная, прямая грань, передняя грань, боковая грань, правая боковая грань. И вот здесь мы видим кусочек с внутренней стороны задней грани, и слева видим кусочек левой боковой грани. Ну и нижнее дно мы, конечно, не видим, но пунктирными линиями показано, что это дно есть. А вот верхней грани, получается, у нас нет, потому что всего было 5 квадратных листов. То, конечно, квадратный аквариум у мастера получится. Теперь остается определить вместимость этого полученного аквариума формы куба. Ну, если ребро этого куба получилось равно 1 метру, то, следовательно, объем данного куба, объем куба, который мы получили, составляет 1 кубический метр. А сколько в этом... Ну, давайте так. А теперь 1000 литров. 1000 литров. Ну, мы знаем, что 1 литр – это 1 кубический дециметр. То есть 1000 литров – это 1000 кубических дециметров. А теперь нам нужно определить, а сколько же в одном кубическом метре кубических дециметров? Ну, поскольку в одном метре 10 дециметров, то, следовательно, в одном кубическом метре будет 10 умножить на 10 умножить на 10 кубических дециметров. Или, если мы это все перемножим, то получим, что 1 кубический метр – это единица с 3 нулями кубических дециметров, то есть 1000 литров. Поэтому данный аквариум как будет иметь как раз заданную вместимость. И теперь мы можем ответить на вопрос задачи, а вопрос был таким. Получится ли у него аквариум заданной вместимости? Отвечаем, да, получится аквариум. Давайте напишем полностью. Вместимость которого... Один... кубический метр, что равно 1000 литров. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.